В преддверии своего визита в Москву секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в интервью РИА Новости понес совершенно жуткую ахинею о том, что Ереван сделает все для возвращения территории Карабаха. В продолжение он, позабыв о железном кулаке, которым Азербайджан разбил голову стране-оккупанту, сказал смешную чепуху насчет того, что карабахский конфликт не разрешен окончательно, его невозможно решить силой или угрозой применения силы. При этом Григорян не упустил возможность польстить России, которая, по его словам, благодаря военным реформам продолжает иметь одну из сильнейших армий в мире. Наряду с этим секретарь Совбеза Армении отметил, что рассчитывают с помощью России построить мощную армянскую армию. Как говорится, мечтать не вредно. Мечтай, но не забывай о реальности. Славной победе азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне и позорной капитуляции Армении.